Сегодня у нас 9 марта. Закончила вынос своих маточников хризантем в теплицу. Теплица без отопления. Вот такое вот количество. Теплица у меня 6 на 12. Некоторые только начинают просыпаться. Дальше мы будем делать им обработки. Обязательно фунгицид и инсектицид. Фунгицид в моем случае будет Медиан Экстра. Или же можно взять Топаз. Если прохладно, Квадрикс. Инсектицид, Актелик или Актора. Дальше будем делать подкормку. Обычной азотной селитрой. Столовую ложку на 10 литров воды. Здесь у меня ранние хризантемы, как видите, уже понаращивали хорошо. Через недельку где-то после подкормки начну черенковать. Также планируем сюда сделать отопление, потому что нужно заезжать в рассаде петунии. Это у меня срезка. Зимовала просто в ящиках, засыпанных грунтом. Ну, пока только начинает просыпаться.